Doppelt so. Чего мадем? Наоборот, он сюда вон час. Его не допустили по боксу мастер спорта. Я особо не буду говорить. Боюсь, ясно. А так, у нас есть какая-то тактика, и мы будем ее держаться. Ассаламу алейкум баршаңызға. Дайындық Аллаға шүкір өте жақсы дәрежеде келдік. Енді 6 ай уақыт бойы бойсыз тұрып қалдық. Бұл деген ұзақ уақыт менімше өзімше. Енді қазір өтірік айтпаймын мен. Бір жарым айдан астай уақыт жұмысқа шықпай чисто осы бойға дайындалдым. Сөзім ашығы. Орнына басқа адам тауып, өзім бөлемін жұмысқа кіргізіп тұрып, сол өзім сөйлесіп, сол жерде өзімнің орнына жұмысқа шығып, мен жұмыста жоқтығымды білдірмей. Слушай, нас бойга на столице, после бойга Дайндал Кельм. Настрой қалай жекпе-жек керек? Аллаға шүкір, жақсы дайындық. Енді бұйырса, тек қана жеңіп қана алды иншалла. Қазір енді бүкіл осы еңбектің бәрін осы бүгін ақтау керек та осы. Настрой жақсы алады. Тез қарап Всех приветствую. Подготовка прошла отлично. В Москве, в клубе «Русич». Настроен вообще великолепно. Готов показать красивый бой и удивить вас, как обычно. Дайнда хоть и жасу это, полный лагерь. Дайнда алдак. Настрой бешеный. Шоу густимс. Шалах. Точно, вот курую. Пацаны!
испортить рекорды молодым проспектам, которые могут поднять промоушен на такой величайший уровень. Вы просто понимаете, что вы делаете, вы портите рекорды. Это что вообще было? Каждый, кто тут видел, которые непредвзятое отношение ко мне, они поймут, что это просто, это слито. Это слито, и это некрасиво. Это некрасиво тянуть своих бойцов, должна быть справедливость. Должна быть справедливость. Это просто, это абсурд. Не знаю, это будет на вашей совести. И... Чем вы не согласны? С решением, что только что было? Что только что было? Мы все видели. Вы имеете в виду рано остановили? Конечно! Что вообще только что было? Это просто... Понимаешь, сливаем. Нет, брат, зачем ты так? Зачем ты так, брат? Никто не сливает. Никто не сливает. Тихо! Машина! Давай. Да, вот. Салют. Какая? Ну, я прошу, берем. Ну, мы же вам это.